Покемон быстро идет такой. Никуда мы еще не дошли. Сидим, жрем. Спрятались под елкой. Выживаем. Там фигарит ливень. Короче, лучше бы дома сидели. Шли, короче, 2 дня. Никуда не дошли, короче. Еще идти столько же. Уже почти дошли. А там будет еще по-любому такой же. Димон, лови подачу. Давай, Димон, жестко. Жестко. Жестко с 50-килограммовый рюкзак. С 10 банок тушенки. 10 пар носков. 3 кальяна на каждого. Электронная книжка, ноутбук. Супер экшен муви. Как мы идем 4 часа 1 километр. И видели следы медведя, и Димон обделал штаны и поменял поэтому. По идее, мы уже забрались, но мне кажется, с этим холмиком еще холмик. Как ты думаешь, Димон, куда нам еще дальше идти? Что, дорога кончается? Нет, нам нужно будет идти вон туда, на самый верх. Чего? Да. Серьезно, это перевал. Как думаешь, скоро дойдем? Ну, короче, вот мы и забрались почти на Карачурек. Но нам еще забираться пиздец. Как тебе Карачурек, Димон? Лучше пивас пить или в горы ходить? Пивас. Понятно, гомосек он. На самом деле они или как встали. Че, Димон, прыгай. Говорю, типа, ну чё, народ, погнали нахуй. Ебаный, бро. Надо было с собой сноуборд брать. По камням, по щебёнке. Как кандид. Чё, Дима, забрались? Выживаем. Фотосессия в самом разгаре. Помню, как-то Димона собирались прямо на белух, но сдриснули. Опять фотосессия, как гомосики. Следующая фотка, Димон в рваных трусах стоит. Че, устал жестко, что ли? Еще, короче, будем жестко бежать вниз по жесткому серпантину, дристить. Когда понимаешь, что ты полный лошара, тебя все обгоняют, даже вниз. Короче, такая ситуация. Вчера жрали тушенку, боекомплект, и я весь день ходил пердел. Димон сейчас обосрется походу. Вон ищет камушки тут, где присесть. А тут люди ходят. Короче, Димон побежал по делам. Ему еще подниматься с грязной жопой. Я даже не знаю, что сказать. Короче, мы дошли. Банька стоит 4000. Поэтому
жопу мыть влажными салфетками. И ужин стоит 600 рублей. Димон нас угощает. Весь в пластырях. Прошел всего только 3 дня. Чебучили 7 дней. Много пластырей взяли? 3 рулона. И надо было один брать, как я говорил. Короче, 2 сотки уже просрали на турбазу. 3 сотки на лепешки. Не по бомжу выходит. Рома выживает жестко. Мост из говна и палок с крафтинг, прям как в Русте. Димон, падай! Димон, короче, жесткий скалолаз. А! Короче, наебал Димон, лох. Да, короче, Рому пограничники выебали. Не, шучу, не выебали. Мы его поставили обратно, чтобы он жрать готовил. А сами жестко пошли на белуху подниматься, короче, на восхождение. Думаю, за пару часиков поднимемся, там по карте было 12 километров всего. Сегодня вторник. Мы живаем 4 дня уже. 7, да. Да, идем, короче, на самый верх. Давайте, удачи. Счастливо, ёпта. Забрались, короче, с Димоном. Жесткую альпуху. Я, кстати, в прошлый раз вон там вот спускался. Пиздец, я этот дурак. Давай, Димон, покажи класс. Короче, с Димоном залезли в какое-то очко. И не знаю, как отсюда выбраться. Здесь нет тропинок, никого вообще нет. Только мы и Далбич. Короче, мы с Димоном тупые. Все ходят по низу, как нормальные люди. А мы полезли поверху, по какой-то хуйне. Топ ДЦП. Залезли с Димоном к огромному ледяному ангару. Или это, не знаю, что, пещера. Бля, залезли бы, конечно, в нее. Было бы вообще балдежно. У, бля. Жестко вообще. Альпинисты. Профики. Пиздец. Как туда залезть? Мы с Димоном как лохи. И профики. Через гор спускается. И Димон. И профики. Я и еще один лох. Веду Приморье портаж, как Леха порвет штаны. На белухе. Нет. Выживаем. Я, короче, залез, но слезать страшно. Я помру! Долбич. Сейчас, короче, Димон будет залазить. Снимаю свои все свои кожаные рюшечки. Так, прямое включение от жира Димона. Жира Тимона. Сейчас он камень перевернет. А, нет, нормально. Смог. Мы штаны порвались опять. Серьезно? Димон. Димон, короче, собирается прыгать. Сейчас у него штаны третий раз порвутся. Это экшон. Просто. Просто экшон направо. Прыгай, какашка. Короче, план такой, что мы в трусах. Инфа сотка, что мы выживем. Если что, то это передайте на запись Жене, чтобы он смонтировал. Долбоёб блок. Чё, Димон, прыгай и по течению сплавляйся через пещеру. Я жестко. Он тяжелый, пиздец, не сможешь ты. Ногой толкай. Здрасте. Ну чё, народ, погнали нахуй. Я выиграл. Вот так купаются дикари. Сейчас, подожди, я ещё не готов. Подожди. Переохлаждение сразу, и сегодня с соплями будем лежать. Шел какой пятый день? Пятый день выживания. Рому подстрелили Рому подстрелили пограничники из воздушки. Жесткие ноги,
пытали, пока мы на горе были. В общем, жестко выживаем. Руки опухли, ноги опухли. Ноги не слушаются, все. Пацаны никуда не ходили 3 дня. Сидели, только ноги мотали. Димон даже уже 5-й день не снимает старые. Жесткое выживание, потому что. Короче, Димон продал свои битки. Теперь летим на вертолете. Шел 5-й день, и мы опять куда-то лезем и подыхаем. Димон уже 3 раза обоссался. Ром вообще уже супровизи съел. Рома уже по-немецкому начал материться. Димон смог только забраться на камень. Максимум. Да, водичка-то ништяк, прозрачненькая. Погода говно, жрачка говно. Хочу домой, за компик, тепло, эти обоссанные озера. У меня возле дачи есть. Короче, немецкий Йоль в исполнении Ромы. Сейчас произведение Лёхи. Чуть лавина не сошла. От наших писков. Погода говно. Ноги все уже промокли. Дождь моросит. На озера посмотрели. Цены спускаются. Хочу домой, ну, Осип. Шестой день жесткого выживания. Вчера шел весь день дождь, а мы пошли на ебучие озера. Да, ёпта. Да, вторая часть. Короче, мы все промокли. Вся обувь мокрая насквозь. Третья часть говноблога с нашего топа выживания на Алтае. Вчера все промокли, сходили на кайфовые озера, переодевались в юрте какой-то с кучей народа. Все в трусах были голые. Здорово. Рома, опухли уже. Время уже 4:40, а в 6 последняя шашига уезжает на турбазу. А мы все идем по каким-то валунам, блядь. И все никак не можем пройти. И опять вверх подниматься. Блин. Мы тут думали, что осталось идти всего часик. А оказывается, мы прошли всего 5 километров. А надо пройти еще 5 километров. И уже никуда не успеваю ни на шашиге, ни на что. И мы уже плачем от боли в ногах. И хотим просто лечь в грязь и уснуть. Вот так красиво вообще тут. Классная тропа. Супер. Мы справились с Димоном. За 8 часов 20 минут прошли 20 километров. А шашига уже уехала. И мы пойдем пешком перевал. Еще 20 километров. Классно же, да? Ночевать будем здесь за 1000 рублей в час. А Рома вообще уже потерялся. Почти с пацанами доехали до Новосиба. Уже 7 утра, а выехали вообще днем. Сейчас у меня бамперок чистенький. Сегодня узнали то, что бакс 70 рублей уже стоит, там походу были.